На площади у администрации проводится масштабная реконструкция фонтана. В апреле следующего года застройщик Краснодарское стройуправление планирует завершить все работы. Это будет не один фонтан, а целый каскад, спускающийся вниз к парку 30-летия Победы. Ведется демонтаж старой чаши, старых фундаментов объекта. Параллельно с этим заказано на заводы оборудование, необходимое для строительства. Фонтан состоит из 5 чаш, новый фонтан. Главная, 5-я чаша, имеет в диаметре 23 метра. Первая, вторая, третья, четвертая чаши расположены чуть ниже к парку, диаметром 6 метров. Проект изготовила краснодарская фирма «Фонтанград». Будут ли фонтаны музыкальными, как в парках Сочи, играющими огнями, как в Анапе, в торговом центре «Красная площадь», заказчик, Анапское управление ЖКХ и застройщик хотят сохранить пока в секрете. Это будет сюрпризом, подарком, которого ждут как гости, так и анапчане. В нашем городе это как бы будет хорошее событие, тем более для отдыхающих и для жителей этого города. Фонтан, конечно, будет радовать. Все то, что делается для благоустройства, я думаю, что это будет радовать глаз. Здесь уже много раз были, нам очень нравится. Угу. Особенно по осени. Будем рады, если будет красивый большой фонтан. Лариса Басова, Артем Зибров, Анапа регион.